Я занимался бизнесом, но мое дело находилось в таком положении, очень было похоже на чемодан без ручки. Я находился в поиске новых возможностей и слышал о том, что на наш рынок приходит известная компания прямых продаж. Это компания, которая на тот момент существовала уже не одно десятилетие, с 1985 года, имея серьезную большую историю. Отзывы, то, что компания была из Германии, все это также играло большую роль. По-настоящему серьезное решение я принял в тот момент, когда увидел людей, руководство, а также тех людей, которые стали первыми партнерами, руководство из Германии. Это команда, которая откликалась сразу же в моем сердце. Я пришел в ЛР, чтобы создать стабильный бизнес, который будет обеспечивать мою семью, семьи тех людей, кого я пригласил сюда, для того, чтобы его передать по наследству своим детям. У нас пришло большое количество предпринимателей из традиционного бизнеса. Менеджеры, топ-менеджеры компаний, которые устали круглые сутки работать на кого-то и захотели работать на себя. Образовалась такая, с одной стороны, группа предпринимателей, с другой стороны, группа инициативных людей, которая за собой стала вести тех людей, которые никогда не занимались бизнесом. В нашем бизнесе не обязательно делать то, что ты не можешь делать, потому что ты рассказываешь о том, что тебе нравится. Абсолютному большинству тех людей, которые становятся партнерами, нравится наш маркетинг-план, нравится наша автомобильная программа, то есть нравится бизнес. Поэтому я рассказывал о бизнесе. Я, конечно, слышал об автомобильной программе и о том, что начнут партнеры пользоваться корпоративными автомобилями. Это было удивление, потому что я не ожидал этого. Спустя уже полгода мы видели, как партнерам идут автомобили Mercedes, а через год я сам сел за руль автомобиля Porsche, и это было для меня, простого мальчишки, который родился в Узбекистане, в семье которого никогда не было автомобилей, это был какой-то уникальный момент. 10 лет назад я и не мог даже помечтать о том, чтобы моя жизнь сложилась вот так, и через 10 лет мы смогли построить столь большой бизнес. Я помню, как на одном из первых мероприятий мы сидели, будучи младшим менеджером, мы говорили: ты представляешь, когда-нибудь у нас будет вот несколько десятков таких же младших менеджеров. Ну, мы даже не могли поверить в то, что пройдет какое-то время, и у нас будут сотни лидеров, и у нас будут десятки топ-лидеров, которые входят в 100 самых успешных предпринимателей нашей компании. Ну, конечно, я бы не смог поверить в то, что я смогу стать президентом, потому что когда я начинал этот бизнес, я в это не верил. Наша компания нам прежде всего дала стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Когда у тебя есть время, когда у тебя есть силы и когда у тебя есть доход, ты можешь делать то, что ты хочешь делать. Например, сейчас я учусь в университете, о котором я долгие годы даже и не мог мечтать, потому что мне нужно было зарабатывать, решать какие-то вопросы. Но сейчас, благодаря нашему бизнесу, у меня есть такая возможность. Мне нравится наша индустрия, как та индустрия, которая сейчас вписывается в современные реалии. Мы, как знаете, какой-то основной пазл, который помогает решать проблемы большому количеству людей. Людей, которые сейчас теряют бизнес, думают о том, как наладить дистанционную работу. Людей, которые остались, например, с детьми в маленьком городе и не понимают, как им выживать. Мы им предоставляем возможности. Сейчас результаты нашего бизнеса говорят сами за себя. Мы растем, как никогда. Мы актуальны, мы востребованы. И сейчас каждым годом это будет все более и более выгодно для людей. Поэтому наши ряды будут пополняться.